Ошон үчүн 3, 5, 7 чёт, нечётный, да? Мекком да, милек. Яка обычно специалист керек? Более бухгалтерский документтер, финансовый документтер. Юридикалык жагынан эме тажрыйбалар барлар керек да. Анткенден бул квантал сайн иштер текшерүүгө укуктуу. А можно так параллельно? Да-да. А как, чем вот это закреплено, объединение, устав или что-нибудь такое, юридическую бумагу сопровождающую, чтобы... Да. Закон о кооперативах. Закон о кооперативах, вообще в Кыргызской Республике существует закон о кооперативах, да? Ну все, к нему придерживается, да? Все это как бы утверждается общим собранием. То есть как организуется кооператив? Вот мы собрались в общем собрании. На повестке дня стоит вопрос, создаем или не создаем. Кто не хочет, тот выходит. Остается часть людей. По закону не меньше 7 человек. Имелось в виду человек не родственник, а по хозяйству. Вот надо понимать. То есть укрупнение хозяйств. То есть производственная мощность должна увеличиться, а не человек. Подобный этап у нас по проекту есть. Можете поверхность сказать, поймем. Итак, создается вот так. Да, общим собранием, первым протоколом. Там же утверждается орган, кандидатуры выставляются, избирается совет редкого правления, потом правление дается команда, там в протоколе указывается юридический адрес, фактический адрес, как называется, короткое название и так далее. И всем этим минус идет. Так вот, это принцип самоуправления, это говорит о том, что даже органы все избираются именно общим собранием. Ну а если следующий принцип посмотреть, самоконтроль. Вы заметили, да? Уже контроль внутренний. Подотчетен совет управления. Они сверяются, и они оба подотчетны общему собранию, который раз в год при необходимости, два, три и так далее. Ну а правление в этот период должен подготовить, так сказать, план развития, оргплан, организационный план. Планов очень много, краткосрочные и долгосрочные. Он должен подготовить все эти планы, где ему должны закрепить общим собранием бюджет, все дела. Согласны, не согласны, может какие-то коррекции. Все процедурные работы к нему включаются, да? Все это правление, да, это производственное. Ну а здесь принцип один член, один голос. То есть такие права, хоть у вас там миллион, а у вас 1 000 сомов, все, равные. То есть сумма денег не решает ваши разницу прав. Если говорить, кто такой член, то есть понятие обязательный пай, добровольный, да? Так, обязательно, когда в кооперативе член становится членом, да? Общепринято. Когда он выплачивает обязательный пай. То есть установленный уставом, который закрепили на общем собрании. Скажем, 1 000 сом, да? Вот как только он в бухгалтерию относит, его статью ложат, в реестре уже пишут, вот тогда он становится полноценным членом кооператива. А так можно, я член, нет, так нельзя, он не является членом. Членом является человек, когда сумму закинул, которая утверждена уставом. Уставом, который приняли на общем собрании. Ну а дополнительный пай, она для получения дивидендов. Ее устанавливает x, скажем, 10. x10 это значит умноженное на обязательный пай, то есть 10 тысяч. Верхний порог. Это верхний порог. В уставе тоже это укрепляется. То есть на собрании, то 10 или 100 раз, или 15 раз. Все это решается на общем собрании. Что это означает? Для того, чтобы, так скажем, не привлекать инвестиции со стороны, скажем так, из финансовых институтов, банковского сектора, и выплачивать 3%. Первоначально делается самофинансирование, есть понятие, тоже один из принципов. То есть таким образом финансирование привлекается изнутри члена. Лучше эти проценты дать члену, чем банку, правильно? Задача-то стоит всеобщее обогащение путем кооперации. А верхний порог ставится для того, чтобы так не получилось, что вся вот это общество работало на одного человека. Если этого не ставят, то придет один человек, ну, миллион просто положит дополнительно пай, то получается весь дивиденд он будет забирать. А это не демократично, неправильно и нечестно. Поэтому в уставе ставится верхний порог дополнительного пая. Но также есть еще кооперативная выплата. Но это относится уже к товару. Ну, скажем так,
Ну, у нас контракт есть, мы по 10 тонн договорились с кем-то продать картофель, всей моей организации. Взяли картофель, скажем, продаем. Но я как менеджер кооператива, когда вы приносите, скажем, 5 тонн, я его беру по 8. По пути есть расходы и так далее. По 8 беру, продаю. Какие 8? Откуда берется цифра 8? Примерно, я вам объясню. Сейчас объясню. Смотрите, по 8 продал. Я с вами рассчитался с моим членом кооперации по 8 сомов. Но после расчета, сколько потратил, скажем, 50 тысяч ушло на все расходы этой операции. Остается 1,5 сома. И плюс еще 50 тысяч там на административный расход ушло. Остался сом. Так вот этот сом, если этот человек сдавал, член сдавал 10 тонн, этот 10 тонн умножается на вот этот остаточный 1 сом и возвращается в виде кооперативной выплаты. То есть изначально же я же контракт на 10 сом составлен, но я же не знаю, сколько расходов будет. После всех этих вычетов, если разница остается, то я эту разницу умножаю на тонну и возвращаю сколько, ну, членов. Понимаете? Это есть, называется кооперативная выплата. Продукции колебания цены же есть. Ну, вот я и говорю, чтобы вот это все урегулировать заведомо заранее, а что-то так не получилось, то кооператив взял, а он должен и членом, и после расходов, получается, он еще должен остаться. Чтобы организацию заранее его в банкротство не ввести, делается такая методика. Но эта методика потом честно рассчитывается и возвращается в виде кооперативной выплаты. Понимаете? Нет, есть же такая структура антимонополия, где закрепляются все сельскохозяйственные продукты, допустим. А в нем картошки нету, вот понимаете. Колебание цены может от 30 до 50% играть. У нас контракт. А, по контракту, да? Вот контракт. Вот смотрите, у нас контракт с человеком. Человек покупает по 10. Мы договорились. Но я не знаю, сколько будет расхода, пока я эту операцию сделать буду. Значит, я у члена буду брать по 8. Но после вычета всех расходов, если разница есть какая-то, сон, тын, 10, все это умножается на сумму, тонну, которую сдал член кооператива и возвращается к кооперативной выплате, понимаете? Первоначально составляются договоры, да, я так понял, да? Обычно вот так делают, смотрите, приходят члены, там контракт на 10, давай по 10 мне считай. А кто расходы будет покрывать, Пушкин что ли? Правильно? Расходы же есть. Есть, ну, транспортные расходы, есть, чтобы не попасть, так сказать, в долговую яму заранее, есть методика. То есть эта методика как раз регулируется через кооперативную выплату. Как рынок может кооперативный выход? Какой рынок? У меня контракт с каким-то покупателем, понимаете? Понятно. Я не иду, не собираю у членов картошки и бегу в рынок. Я так не делаю, это дикий рынок. Мы делаем культурный рынок, то есть заведомо заранее. Мы составили с кем-то контракт. Кто-то пожелал. Вот смотрите, у нас 100 человек. Я говорю, у нас производственная мощность 100 гектаров. Выход 10-15 тонн. Но так как я знаю, кто-то разное по-разному сеет, я говорю, умножаю 100 на где-то 8 тонн, чтобы тирен не попасть. Последняя, опять же. Последняя, да. И получаю 80, понятно. Да? И говорю, у меня есть вот столько картошки в новом сезоне, уже заведомо. И еще этот контракт. Но это работа менеджера кооператива, который вы вот здесь избираете, нанимаете и ставите обязательства ему, да, перед ним. Потом сельский, да, как мы сейчас проходим. И потребительский. Кому-то, наверное, потребительский кооператив знаком еще Советского Союза, да, и сельский Советского. Но в данном случае потребительский как организация? Во всем мире это практикуется. У нас вот время пришло само в городе Бишкек. Много ТСЖ, да, заметили, новые дворы. И все хотят нормальной, так сказать, культурной еды. Потому что бывает так, что за 30 сом ты покупаешь такую картошку, ужас, короче. А ты понимаешь, если бы я эти 30 сом отдал бы реальному фермеру, то я получил бы нормальную картошку. Так вот, такой союз может она построиться. Мы сейчас над этим работаем, и она уже в принципе есть. И такой союз работает, ну, виды как? Тут просто между сельским и потребительским кооперативом выбирается коммерсант. Посредник нет, исчезает. То есть то, что тот же самый транспортный расход, который тратит коммерсант, остается, но коммерческая маржа, она делится между. То есть направление, если смотреть, то вот так. То есть
сельском кооперативе фермер продает чуть дороже, а потребитель получает чуть дешевле. То есть это такой союз. Ну и все это финансируется через финансовый код. Вот это виды кооперации. Вообще вступление самой членской организации мучоли получу чем дал позиционер да момент тербардан качан мучоль мучоло гиману хаулалат анан кантип чират мучолук мучолук ты только дал позиционера хаулалат шулар дале упокто кенгешмес проблемы совет алар чечпей умасле и чигуват канда дага дал позицион чигарат анун бир түрлөр мындай айтканда мурас менен болуп калды деп коюлу. Атасы өтүп кетти, бүт эме ошакта финансалык эмелер калды да милдеттүү пай, кошумча пай баласын өтүп атканда баласы мүчөлүккө киреби кирбейби жалпы жыйын карайт. Эми айыл өрөндө билинет да баласы ким экен, кандай экен, иштей алабы, иштей албайбы, ошо уставты так аткарабы, ошо келишимдерди аткарабы, ушул биздин требованияларга мындай даярбы дегенди карап принимать этсе принимать этет, киргизбесе киргизбей коет. Мурас, то есть биякта милдеттүү пайы сана, дополнительный пайы сая. Егер қарызы жоқ болса, қарызы жоқ болса, баласын қармаған тартып. Ну и мысалы жанақтай қазір көтерген артық қандай бір кукларды жөнетіп қойды деп. Ақнор нағыз екінші істі балаға жеткізді финансы. Жеткізді. Мәселе тұрды. Осы күндері жалпы жерде қарап тұрып шығарып қойды. Бұл емес іш қылды бізге. Бір емес бір екі жол болып кетті деп. Пример, да? Сонда жалпы жерде. А заявкаңызды бизлердин мүчөлөр болот эле деп билгенде макул. Скажем, декабрда бирөө жазды, мен мүчө болот эле деп. Заявленияны правленияга жазды. Ал алып, аны менен иштеше баштады акырын. Анан бул мартта жалпы жыйын болот да, очередной. Ошондо ошо иштерден гана сунуштан башка ушул мүчөлөр жөнүндө да маселе коюлат. Анан ушул жылы бою бизге 10-чү заявление өтүптү, мынчасы менен иштетип атабыз, мындай иштештик, мындай результаттар бергенде анан жалпы жыйын карап, ошо болгон проблема сунушталган документтерин карап, иш чараларын карап, чечим чыгарат. Киргизеби ошол мүчөлөрдү же киргизбейби? Ушул мүчө кантип кирип, кантип чыгып аткан моменттер да. Мурас катары каралат, иш чара жагынан каралат, анан ушул заявление катары. Бо рифкумду аудитта деп карасаңар болот. Эгерде заряд союздан кийин трансформация жаңы мыйзамга тууралаштырып кол коюлган кооператив. Туурабы? Ооба. Жаңы да айтып атам, жер кошулбайт. Ооба. 94-жылы жер реформасы жүргөн деп атам. Азыр пушка менен такасаңар да жериңерди кошпойсуңар. Туурабы? Кошпойбуз. Жаңы современный кооперативде жердин кошконун кажети жок, товар кошулат. Анткени рынокто жерди сатып албайт, товарды сатып алат. Ошондон пайда көрөсүз. Ал үчүн органиканын товардын баасын көтөрүш керек. Айырма болуш керек да. Айырма мен жерде иштейт, ал мен жерде иштейт, ал мен иштейт. Үчө эмнени түшүнүш керек? Үчө милдетин билиш керек, анан укугун билиш керек. Мына укугу бул жерден айтып атабыз, аудит текшерүү күнөм санаса, негизи барысы эле күнөм санап калды, 30 жыл жакшылык кыргыздар бүлүсүн жакшы алдадыкпы? Ишениш кыйын да, ошон үчүн бирикпей атабыз. Күнөм санаса мыйзамдык жолдор менен ошо үйүндө отуруп күнөм сана бербей анан дагы мүчөсүн айтпай барып ошол жерден текшерип жолдор эшиктер ачык. Кооператив негизи ачык уюм деп саналат. Бияка жана айтып кеттик, принциптердин биринде өз ыктыяры менен на добровольной основе кирет, на добровольной основе, понимаете, өзүлөрү согласен болот. Бияка жанагы кыйнабайт эч ким, жетилген итине эме болбойт дегендей эле да, туурабы? Ошондуктан жанакы келишимдерди да түшүнүш керек. Мына например картошка сатып атканда кукла кылып койбосун, договор түзүп атпайбы? Кооператив сатып аткан жери менен договор түзсө контракт, кооператив ошол кезде мүчөлөр менен да түзөт. Ошол жакта да требование бүт айтылат, кадимкидей эле юридический момент. Ошол жерде келишимди так аткаруу, ошол требованияларды так аткаруу как раз таки мүчөнүн милдети. Эгер бияктан дополнительный пайга кошумчалар болсо, ошол жакта дивиденд алууга ал укугу. А бир неме кылып сатып атканда ал милдети. Анан например правлениянын астында иш чаралар бар да. Там тракторист, бухгалтер. Толук калса керек алтыларды толук калтырып. Толук
ветеринар, агроном, бухгалтер. Егер мушудун арасында бияқта жалпы мүчөлөрдүн арасында специалист болуп калып, бияқка келип калса, ошол момент кооператив менен ошо специалисттин мүчөнүн заодуна катышуусу отношениясы. Чисто трудовой кодекс. Ошол моментте ал ошол жакта өкө работодатель, работник, а бияқка келгенде маселе келгенде ал мүчө. Кээ бирөө аралаштырып салат да барынчы и мүчө да болбуз, и тиякта да ызы чыгыл бе. Жок. Мындай да, например, мен иним менен экөөбүз бизнес кылып атсак, жумушка келгенде коллектив бар да, экөөбүз бизнесменбиз, экөөбүз коллегабыз. Үйгө барганда анан экөөбүз ага инибиз да. Ушуну билиш керек да, ушундай эле да бияқта да. Кай жерде сен мүчө экенин билишиң керек, а кай жерде сен тракторист экенин билишиң керек да. Аны аралаштырып алыш керек. Да, обязательно. Чарчап калдыңарбы? Жок. Баардык калып калдыңар. Бул ушул схемалар мисалы иштеп миң гектары бар кооператив иштеп эмелсе 30 жылда кандай жетишкендикке жетишсе болот эле. Алыс кетпей эле Кыргызстандагы примерди көргөзсөйүн. Кыргызстанда тоже бир донор менен ашылып калган убагында 97 жылы картофель направленияга кеткен үкөк деген кооператив бар, 294 мүчөсү бар, 2-3 хранилищасы, 1 двухэтажный здание райцентрде. Бюджет какой там? Азыр айтып атпайм. Айтып атпайм азыр. Кара Балтада тоже бир үй, анан жер, Мокат жакта дагы бир тоонун бетинде дагы бир жер. То есть ушундай имущество даражага жеткен, 100 сомдон ашышкан, азыр ар бир мүчөгө 5000-6000 доллар тиешелүү. Ошо кезде 100 сом, азыр болсо 5000-6000 доллар. 90 актив. Жылдык такалдычы? Эми жылдык такалды, мындай айтайын. Биз ушул жакта ысык көл анан жана башка майда сиздерге эле окшон эмеде картофельный ситуация, когда вообще семена жок болгон кезде биз биринчилердин бири алып келгенде, биз бир вагон заказ бергенде, ошо кооператив 2 вагон заказ берген, плюс еще биздин вагонду төлөп берген. Анткени биякта алар чогултуп койгон ал акча. Анан биз аларга 8000 айтып бергенбиз чогултуп кайра. Чүйдөн кайсак да? Нүкөк ошол болсо. 3 вагонго 3 жетет. Элесе атасы 3 вагонго. Фашистят. 180 000. Евро мен Голландиядан, Агрикадан. Канча жылда өнүп келесиз? 97 жылы ачылган. Азыркы малда кичине картошка мынтип-мынтип эметип атпайбы? Негизи стабильный сбыт Кыргызстанда эки эле бар. Сахарный свекла, тиякта бул завод бар, кант завод. Анан молочный завод. Калгандары бүт рыночный, секир турат. Акыркы секиргелерден караганда диверсификация рисков деп алма багытын карашкан, потому что Ноокатта алма бар. Алабука, Ноокат, Көл алма боюнчачы. Анан азыр чүйдө интенсивный полялар кетип атат. А кесте ошо. Анан кичине ошо подохранилищаларын картофель ана эме режимныйга өткөзүп, акырын ошо алма жагына өткөрө башташты да. То есть в целом мындай кооператив это не значит эртең эле баарыңар миллионер болуп кетесиңер. Это означает, что стабильность дохода нормально, стабильное обеспечение агросредствами, производством мощностинди мындай поддерживаете. Кээ бир жерде финансовый поддержка болуп кетет. Плюс еще андай организация менен иштешчү мындай айтканда партнерлор көп. Донор. Банк болобу, обязательно эле донор грант төлөлүсүнө. Нет. Бекер унтсаңар болот. Банковский сектордон эле. Жалгыз барсаң тяжело тебе поверить. Например, трактор керек дейсиң 2 гектарыңа. Я сижу, мен өзүм банковский сектордон кредитный специалистмин. Сижу санап атам. 2 гектарды сен ал тракторду 22000 доллардыкпы? Сен пока окупишь, трактор өзү амортизациясынан чыгып кетип 7 жылдан кийин чыгып кетет. А вот если сен 15 мүчөң менен келсең, кооператив менде 15 мүчө, биздин жалпы 30 гектар десең, я уже верю, что 20 как трактор окупится. Я как партнер, я начинаю уже доверять тебе. Понимаешь? Ошондо мындай партнерский взаимоотношениялар шире боло баштайт. Эми мамлекет жакта каралган льгота, мындай айтканда облегчениялар жөнүндө айтты. Мындай айтканда фундаментальный часть деп айтып атам. Ал жактан поле фантазия толтурат. Например, если Германияны алсак, бир фермер бир топ организацияда член. ГСМ жагында, семена жагында, магазинге, спортко, тияка. Где-то он ассоциированный член, где-то не ассоциированный член.
ал понятие бизге даже келет. Что такое ассоциированный, не ассоциированный член деген? Азиатский опыт, аларда андай сложный эмес, принцип тоже. Например, Япониянын фермерлерин айтсак, аякта медицина частный кымбаттагандан больница ачып алышкан, куруп алышкан. Медиктерди жалдап алышкан. Анан как член катары арзаныраак эме алат. Услуга медицинская. Членимистер кымбатырак. Так вот, шаардагы фермерствого тиешеси жок кишилер бизден үчөөбүз арзаныраак услуга алыш үчүн деп киришкен, бирок алардын статусу не ассоциированный член. Потому что алар фермерствода жок. Понимаете? Видите, сложность кетип баратат. Но она не сложна, как она кажется, да? Бияқта агротехнический. То есть производители техник ставят своих консультантов рядом с фермером. Каждый новшество, вот это моя селка, вот такси. Попробуй. Вот это моя, вот да, это попробуй. Мы тебе покажем, консультируют, показывают. Рентабельный. Он потребитель. Понимаете, фермер в данном случае, потребитель техники того. А тот готов и замену, и запчасти консультировать, да, показывать, если какие-то ошибки изменять, рядом стоит. Зарабатывать. Она устроена через совместно с государством, то, скажем так, на базе Айлюкмоты или на базе... У нас такого нет уже. Нет, у нас потом же техника не начинает. В целом, Чинро. Ну, хотя тот, кто трактор возит, он должен был так действовать, да, примерно. Ну, вот так, да? Понял. Бир сөз айтып койчу. Мол, азыр биз кооперативде отпайсызбы? Бизде наглядно бул Аксу айылында, уже наглядно бар да биздин кооператив колхоз бар. 30 жылдан бери иштешет. Аларга караганда биздин сиз айткандай жанагы бир фермер мисалы 5 гектар бар, э? Трактор алып, ошол азыр намного байрак да. Намного ошол көтөрүлүп кеткен. А биздин эми кооператив билбейм кандай деңгээлдерге баягы результатка жетилет, бирок Аксууга негизи мындай бир жаны кирпич салынган жок да. Демекчи, можно еще айтып. Анан булуңар иштебейт го дейм да, андан көрө могу логистический центр ачсаңар, в смысле ошондойго бир эме кылсаңар, ар бир фермер ошол жерге алып барып анан өзүнө товарын баалай алат да. Чын, а бияктан азыр бизден бияктан кооператив бар 81 жылкы. 81 жылкы. Вроде Советский Союздан кефирин эле чыктысыңар, анан садин көрдүңөр. Может, мектеп көрдүңөр. Но откуда вот это ощущение, что кто-то должен алсаңар, сасаңар? Нет. Во всем современном мире, на нашем рыночном мире сейчас каждый делает сам. Тот же самый логический центр. Потому что нюкок кылганды деле. Это у них склады стоят. Это они сами построили. Да, алар 100 сомен баштоот па? А булардыкын көрсөңөр бүт на готовый болчу. Бюджет открытый там, я. Алар биздин жерлерди ээлеп жатат. Дело не себе, видите, дело не сто столбах. Дело не сто столбах. Что идет такой система? Гимайт. Ну, наглядно, но бях товар. А Заря найдет. Заря, я же говорю, она колхоз реорганизовали под закон того времени, 90-х. Да. Сейчас мы контролируем. Она больше КХЭ, что ли, вот так, да, я скажу. Я не сказал. ССКА. Да, ССКА. ССКА, ССКА, семеновая ССКА. Да, кооперативный. Да? Для членов. Для всех кооперативов. Для членов. Нет, для членов. Для членов. Кооператив имя стоит. Член кооператив полосо, а ларга есть только джоб. Только для членов кооператива. Скрытно. Финансовый хопьялых-то нуктовар вы можете? Есть такие моменты, да. А для чего это делается? Вот, скажем, у нас контракт 10 сом. И отчих-то отпасть, айт писался. Другой говорит, ролик верь писался. В некоторых организациях бюджет открытый, в госорганизации бюджет открытый. А почему? Вот. С кем государство конкурирует? С вами, что ли? Он вам служит? Нет, кому он конкурирует? Это же организация в своей сфере. Все, с кем он конкурирует? Вы с кем конкурируете? Государство с кем конкурирует? Өзінің айлықметі менен бе? Же өзінің ведомствосы менен бе? Гимнен? Это общественная организация. А в данном случае, мы сіздерге айтамыз, сіздер рынок аралап, пайдалы шығарасыз. Например, копиялық түрінде сөйлесіп кетсек, 10 сомды, егер басқа конкурент тұрса, 11 сом берді да, мен мүшелерім из-за бирсом үчүн барып туруп аякка берип салды. А бул менен 5 жыл партнерский отношения бурулуп кетип калды. А тиги 11 сом берген конкурент тиги кетип калгандан келип туруп 8 сом берди. Залаканы түшүнүп атасыңарбы? Договор составляется по каким-то суммам. Я же вам объясняю. Вот смотрите, 10 сом. Контракт с вами заключили. Вы у меня берете по 10 сом. А мой член распространил эту информацию.
конкурент ваш, понял? Пришел один сом дал. Да. Ничего, член нарушил правила и сдал туда. Я не смог вас обеспечить тем тоннажем, который вас обещал. Вы развернулись, вы ушли. Но до этого мы работали 5 лет. Вы ушли, а тот конкурент следующий год дает 8 сом. Мы потеряли 2 сома на месте. Понятно. Вот это есть финансовое, вот это почему-то финансовый копиалов я нашел. Почему-то есть вещи, которые нельзя говорить. Потому что она также себе же из нуля гайра вред. Это сельскохозяйственная? Да, любая, любой деятельность. Программа, да, балекатимбар, что. Так, кооператив по закону Кыргызской Республики может заниматься всем, что угодно, кроме запрещенных законом Кыргызской Республики. Бангизат, сангизат, оружие, оружие. И продажа людей. Все. Остальное все. Я же говорю, всем хоть машины выпускайте.